Площадь Сен-Мишель и представляют собой один из самых красивых городских ансамблей на побережье. Именно он является материальным воплощением многолетнего развития города, отправной точкой которого стало строительство церкви Сен-Мишель, наиболее монументальной части всего ансамбля. Несколько спусков и подъемов, разбегающихся в разные стороны, соединяют площадь Сен-Мишель с улицей Лонг, проходящей перед дворцом Прети де Сен-Амбруаз, построенной в середине 15 века и восстановленным в середине 17 века. Фасады базилики Святого Михаила и часовня белых кающихся грешников, возвышающихся над морем, четко выделяются на фоне ясного неба. В 2006 году площадь была полностью реконструирована. Чтобы восстановить 170 квадратных метров ее территории, потребовалось 250 тысяч галечных плиток. Работа над проектом заняла больше года. Реконструкция центрального мотива велась с особой тщательностью, с учетом методов укладки плитки, принятых в XVIII веке.